Привет, друзья, с вами я, Максим, и не обращайте внимания, что у меня с голосом, потому что я еще сильнее заболел. Я думал, что я уже выздоровел, но нет, я еще не выздоровел. И сегодня мы будем играть «Построй корабль и найти сокровища». Я в эту игру первый раз играю. Ну, насколько я знаю, здесь нужно строить свой корабль. Как ни странно, у меня почему-то 8 предметов. Ну, 8 этих деревяшек, как ни странно. Ну, или у всех новичков, я не знаю, у всех новичков, наверное, по 8 предметов. Ну, дают 8 досок. Если да, то напишите в комментариях. Ребят, наберите под этим видео 100 лайков. Если вы наберете 1000 подписчиков, то я для вас сделаю стрим на 1000 подписчиков. Так, отплыть. Да? Тут вчера. Поехали. Это что такое? А? Я не понимаю, я в эту игру всего лишь на первый раз играю. Ребят, правда, не обращайте внимания, что у меня с голосом. Потому что я еще блещина. Мне не выписали еще дня. Очень жаль. Ребят. Так что берегите своих друзей, близких, себя берегите. Своих родителей берегите. Ребят, я не знаю, что происходит в Украине, потому что я там не был. И не хочу быть. Я знаю, что там в Украине война идет. Крайняя война идет сейчас, сегодня. Оу. И война идет Россия против Украины. Я не знаю, что там происходит в Украине. Так что пока я болею, я не смогу для вас видосы записывать. Ну, этот видос я могу записывать, потому что... потому что я и сам не знаю. Ребят, я сильно охрип сегодня. Так что? Так что мне все плохо. Так, плывем. Ребят. Вот, я вот здесь, и еще наберите под этим роликом 50 комментариев. Ой, упал. Умер. Не повезло, не фартануло. 24 золота. А. Ну, спасибо. Зато сундучок открою. Необычный. Мысли необычный. Обычный. Открываем. Дверка. Стал ржавый. О, еще мы. Что это? А, понт. Ей, кресло новогоднее. Зато у меня побольше предметов есть. Спасибочки. Спасибо. Ой. Спасибо. За еда хотя бы. А что у нас... Так, ребят. Все нормально. Все, спасибо. Все отлично. О, ролл.
Я клад. Внимательно следите. У меня есть клад. Я богатый. Ура! У меня есть клад. Мы богатые. Ура! У меня есть клад. Мы богатые. Уф! Ой. Ребят, я только умею снимать на телефоне. На компе я не смогу снимать, потому что я не умею. Обучите меня, как снимать на компе. Лиз. Ну что, корабль типичный готов. Все, поснимем вот это. Вот у меня клад есть. Вот доказательство клад. А я думала, что сова. Так, ребят. Все, корабль готов. И теперь поехали. Алло. А, я знаю, что произошло. Все. Кресло надо удалить. Убираем. Все, теперь я могу двигаться спокойненько. Оп. Ставим. Вот это. Дверку тоже ставим. Поставили дверку. И теперь можно и кресло ставить. Кресло теперь можно ставить. Уф. Давай. Вылетаю из такси. Так я даже красив. Ставим. Убираем. Садимся. Сели. А теперь вот. Вот плыть. Понимаю. Поехали, полетели. Блядь, ребят, я уже этот видео снимаю. 7 минут 25 секунд. Поехали. Ой, ребят, я сейчас сильно болею. Не обращайте, что у меня голос. Ну сейчас, за окном вечер. Хотя кажется, что ночь. Потому что у нас 10 марта. Я могу показать. Вот, ночь. Хотя это ветер. А что, кажется, что вечер. О, здравствуйте. Здравствуйте. Привет всем. Здравствуйте, привет. Это я, Компотик. Да, мое настоящее имя это Компотик. Сажусь за комп. Сел. И поехал дальше. Рубили читы и поехал. Рубил читы. Круг врубил читы и поехал. На расслабоне. Кайф. Да, мое настоящее имя. Компотик. Опять привет. Привет пока. Давай, едем. Понимаю. Понимаю. Я понимаю вас. Ау. Помогите. Help, please. Help, please. Помогите. Ой. 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 Помогите. О, спасибо. Спасибо. Где? Ой, поехал. Поехали. Кайфарик. Кайф. Просто кайф. Ой, что это? Что это было?
Что это было? Объясните. Объясните, что это было? Это что? А, понятно, тень. Валим, валим, валим мы на гелике. Гелин, гелин, валим. О, май гад. Ой. Ой, сейчас будет капец. Ой. У меня сейчас каранты будет. Ой. Что делать? Я сейчас вставу. Облысею. А нет, не облысел. Я сейчас облысею. Ой. Кресло. Кресло сейчас взорвёт. Понимаю. О, спасибо. Ой, еще спасибо. Я вам благодарна. Ладно, ребят, всем пока. С вами был Компотик и всем пока.